Было заявлено ранее, у нас сегодня не 14, а 15 боев. 15-й бой, бой профессионалов. Спонсор 15-го боя – компания «Форвард». Дорогие друзья, впервые в городе Твери проводится бой профессионалов по правилам W5 в разделе К1. Супервайзер этого боя – судья международной категории Бугудин Борзов. Рефери – Прусов, боковые судьи – Алиев, Белик, Шкаргалев. Дорогие друзья, 3 раунда по 2 минуты. Возможен экстра раунд в результате боевой ничьи. Итак, весовая категория 60 килограмм. В красный угол ринга приглашается спортсмен Алексей Кремнев, город Тверь. Приглашается спортсмен Руслан Андрющенко, город Зеленоград. Профессионалов по правилам W5 в разделе К1. Первый раунд.
красном углу ринга спортсмен Алексей Кремнев. Алексей представляет город Тверь. Спортсмен является победителем чемпионата «Юность России» 2011 года и победитель ЦФО 2013 года в разделе К1. В синем углу ринга спортсмен Руслан Андрющенков. Руслан имеет первый разряд, представляет город Зеленоград. Спортсмен провел 20 боев, 15 одержал победу. Является чемпионом Твери 2012 года по лоу-кику и чемпион Московской области 2013 году. Oh,
Закончился раунд. Окончен третий. Девушка, не торопитесь. Надо записки посмотреть до четвертого раунда. Четвертый раунд, экстра раунд посмотрим. Это в случае ничьи. Внимание! Основное правило. Три раунда по две минуты. В случае ничьи будет проведен еще один экстра раунд. Счет судейских записок. Судья Белик. 29-28. Судья Прусов. Судья Шкроголев. 29-27. Судья Алиев. 29-27. Единогласным решением судей победу одержал Кривнев Тверь. Спортсменов награждает директор Тверского филиала компании «Форвард» Сергей Лаврентьев. А также время приглашается президент Федерации кикбоксинга Тверской области Алексей Соболев. Кикбоксинга Тверской области благодарит спортсменов за участие в турнире «Бросающий вызов». Мы благодарим и говорим большое спасибо спонсорам сегодняшнего турнира. Спасибо всем большое, всем болельщикам, всем зрителям, те, кто пришел сегодня на финальные бои турнира по кикбоксингу «Бросающий вызов». Турнир и бои вел Юрий Седов. Любите спорт. Спасибо всем. До новых встреч!